Всем привет! Ну что, сегодня у нас опять стартует наша любимая пила. Извиняюсь за голос, он у меня куда-то пропал и покинул меня. И наконец-то мне задает задание Алекс, я дождалась. Ну что, давайте посмотрим ее видео, что она там мне придумала. Юля, привет! Ну наконец-то я даю тебе задание на пилу. Свершилось. Так, первое задание – выбрать книгу. Я хотела бы, чтобы ты раскрасила что-либо в своей книге по Гарри Поттеру. У меня, к сожалению, нет такой, как у тебя. Ты почему-то не сказала, с какого ты факультета, когда мы обсуждали это в беседе. И, в общем, мне хотелось бы, чтобы ты выбрала любую иллюстрацию в той книжке и раскрасила ее в оттенках своего факультета и, возможно, с атрибутикой своего факультета. Ну, в общем, я думаю, ты поняла, что я имею в виду. Это может быть любая иллюстрация, это может быть и персонаж, что угодно. А может быть, ты как-то обыграешь это, интересно. Так, второе задание. Второе задание у нас любое. Я хочу, чтобы ты раскрасила, сначала подобрала, а потом раскрасила иллюстрацию по некой цитате или афоризму, который я задам. И сейчас эта цитата будет на экране. Согласно ей, тебе нужно будет выбрать любую иллюстрацию из своих книг и раскрасить ее так, как ты себе это представляешь. Ну и третье задание по палитре. Палитра сейчас будет на экране. Ну и все. Желаю тебе удачи. Очень-очень жду итога. Я думаю, что у тебя все отлично получится. Ухо-хо. Так, ну что, первая раскраска Гарри Поттер. Я буквально недавно закончила раскрашивать в этой раскраске. Ну, значит, судьба раскрасить еще одну картинку. Цвета Гриффиндора — это красный и золотой. Я вообще что-то, если честно, не знаю, что раскрасить, но прям в цветах Гриффиндора какую-то конкретную картинку я не представляю, как это можно сделать. Так что нашла гриффиндорцев, в общем-то, в униформе, в этой форме факультета. И буду думать что-то уже, наверное, как-то персонажей все-таки из факультета раскрашивать. Ну, первое — это Джинни Уизли. Я не знаю, конечно, я не очень люблю ее, как по фильму, не очень мне нравится. Дальше сам Гарри Поттер. Было бы чудесно раскрасить его, и получился бы такой красивый разворот. Мне кажется, Гарри Поттер — это прям истинный гриффиндорец. И третья картинка — это вот братья-близнецы Уизли. Я что-то книжку пролистала на 100 рядов, но у меня больше никаких других идей не возникло. Так, и второе задание. Фраза мне, конечно же, очень понравилась. Я не всегда такая плохая, я бываю еще хуже. Ну и, конечно же, я даже еще не знала, что я буду раскрашивать, но я сразу поняла, что это будет, извиняюсь, Энни Гюрера. И вот такая вот картинка. Такая прям, я не знаю, дьяволица, демоница. Ну, это, не знаю, мне кажется, подходит просто идеально. И картинка мне это очень нравится. Мне нравится, как она выглядит в оригинале, подбор цветов. Я еще не совсем знаю, буду ли я раскрашивать по-своему или повторю за Энис, потому что, говорю еще раз, мне очень понравилось ее цветовое решение. Но картинка будет однозначно это. Так, два задания уже мне показались довольно сложными. Поэтому на третье, на палитру, я хочу выбрать что-то простое. Я еще не знаю. Я сначала посмотрела какие-то там из Ханны картинки, но решила, что лучше выберу что-то простое. Что это будет, я, конечно же, пока не знаю. Возможно, что-то из этой книжки, может быть, из этой книжки. В общем, ближе к делу увидим. Опять же, чем раскрашивать буду, тоже пока не знаю. Но в любом случае, задания мне очень понравились. Спасибо, Алекс. Наконец-то она добралась до меня. Или я до нее.
В общем, все буду, как всегда, вам показывать, включаться. И еще увидимся. Ну что, я начала наконец-то раскрашивать попеле. Пока придерживаюсь оригинальной картинки Энис, как она раскрасила. Залила акварели первый слой. Ну, пока как-то так. Буду, конечно, еще все дорабатывать. Так, сижу и думаю, что мне раскрашивать. Или вот эту мандалу, или вот эти узорчики. Вот навыбирала карандашик. Ой, фломастеры и аквамаркеры. И не знаю. Все-таки выбрала эту мандалу. Вот раскрашиваю кусочек. Так раскрасила, посмотреть, как вообще получается, красиво или нет. Так, начала третью картинку. Как обычно, я здесь заливаю все неокалорами и потом дорабатываю. Вот желтым пока залила, а-ля золото. Ну что, допилила я до пилы и готова показать итоги. Так, первое задание — это раскрасить кого-то из Гриффиндора или в цветах Гриффиндора. Я выбрала Джинни Уизли, потому что она из Гриффиндора. Что-то в цветах Гриффиндора показалось мне сложным найти, поэтому раскрасила вот такую картинку. Получается, Джинни возле входа в тайную комнату. Мне понравилось, как вот эта дверь получилась такая очень неоднородная, местами там с ржавчиной, с каким-то потемневшим металлом. Ну и сама Джинни понравилась, мне кажется, даже более такая симпатичная вышла, чем в фильме. Так, не знаю, как это цвета, не очень передается, как обычно. Ну вот как-то так. Так, далее по высказыванию. Здесь я раскрасила, конечно же, Энис. Так, у меня уже книжка не закипается. Как вам сказать? Так. Вот такая дьяволица получилась. Раскрашивала примерно в цветах, как раскрашивала Энис. Здесь очень зернистая бумага, поэтому лицо вообще вышло так не очень. Глаза такие невыразительные. Наверное, Алекс не понравится эта картинка из-за этих вот двух. Но мне как раз-таки очень они понравились. Ну и вообще картинка в целом, и раскрашивать было довольно интересно. Бумага здесь довольно такая не очень-очень фактурная. Нужно все очень сильно блендерить. Но картинка классная. Так, и третье по палитре. Здесь все очень-очень просто. Раскрасила вот такую мандалу. Мандалу. Здесь фломастеры. Такие аквамаркеры, кисти и чуть-чуть гелевых блестящих ручек. Ну, мне, кстати, нравится, как получилось такое. Такая она выразительная, интересная. Ну, вот и все мои работы. В принципе, довольно легко они мне дались. Быстро все раскрасила. И спасибо, Алекс, за задание. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и обязательно заходите на канал девочек и смотрите их пилу. Всем пока!